Отныне европейцы, страдающие ожирением, могут быть приравнены к инвалидам, если их избыточный вес мешает полному эффективному участию человека в профессиональной жизни на равной основе с другими работниками. Такой вердикт вынес Европейский суд, решения которого являются обязательными для исполнения всеми странами Евросоюза. Суд рассмотрел жалобу датчанина Карстена Калтофта. Он работал воспитателем в детском саду, но его вес 160 килограммов не позволял ему завязывать детям шнурки на ботинках. Свое увольнение Калтос счел дискриминацией из-за избыточного веса. «Я надеюсь, что решение суда приведет к общей защищенности. Вас не смогут уволить из-за избыточного веса», — говорит он. Европейский суд выступил в защиту примерно 23% женщин и 20% мужчин в Европе, которые по статистике Всемирной организации здравоохранения страдают ожирением.